Ну, лично для меня этот год был, ну, скажем так, интересным, потому что попробовал себя в новом качестве, в новом муниципальном образовании, где новая проблематика, новые люди, новые взаимоотношения между людьми. Поэтому для меня было интересно. А если говорить о районе, ну, наверное, этот год был такого поступательного развития вперед. Когда мы в начале года посмотрели на бюджет, ну, я, мои помощники, специалисты, ну, стало немного грустно. Дефицит бюджета был, составлял 45 миллионов. Поэтому первая задача, которая была мной поставлена, моим помощникам, специалистам, отработать со всеми межведомственными министерствами вопрос о дополнительном привлечении средств в бюджет города Ачинского района. И такая задача была выполнена. Мы привлекли вместе со специалистами, заместителями, с главами сельских советов дополнительно первоначальному бюджету, который был принят, 123 миллиона. Это самые различные области в бюджете. Достаточно много средств мы привлекли и из Министерства промышленности ЖКХ, из резервного фонда правительства Красноярского края, из Министерства образования. Привлечены были средства для выдачи сертификатов молодым семьям. Образование у нас получило дополнительное средство на ремонт клубной системы, на ремонт детских садов. Вот сделан достаточно серьезный ремонт в детском саду в поселке Горном. Несколько школ получили по национальному проекту образования точек роста, получили средства, не ошибусь, если скажу, 4 миллиона. Это организация кабинетов с новейшим современным оборудованием, которое позволяет ребятишкам, и не только ребятишкам, а и педагогам заниматься, ну, более эффективно, более качественно. Вот если говорить про сельские советы, да, вот, то 4 сельских совета у нас получили гранты на благоустройство территорий. 3 сельских совета получили гранты на поддержку местных инициатив. Ну и так далее, и так далее. Убран урожай. Все в закромах, переработано, либо реализовано, либо лежит на складах. Наверное, год был знаменательным тем, что впервые за долгое время мы заключили соглашение о сотрудничестве с компанией «Русал» или с «Русал Ачинск». Мы получили в поддержку 15 миллионов рублей, которые были реализованы исключительно на мероприятия, направленные на снятие острой проблематики социально значимых объектов.